Вот о проекте закона о митингах высказался и глава государства. В эксклюзивном интервью порталу Информбюро Касым Жомарт Токаев напомнил, что мирные собрания – это гарантированное Конституцией право наших граждан. Они могут проводить в специально отведенных местах, причем не на окраинах городов. Естественно, любые попытки, направленные на подрыв конституционного строя, а также проявление насильственного экстремизма, будут пресекать согласно законодательству. Это в интересах абсолютного большинства граждан страны. В то же время президент считает принципиально важным введение только уведомительного порядка проведения таких собраний и нецелесообразным ограничение числа участников до 250 человек.